До нашої виїзної студії сьогодні залітав Юрій Долганов, гід, організатор прогулянок на каяках. Так, знаєте, виловили так з води вас також, тому що часто ви знаходитесь десь там на каяках. От розкажіть про ці прогулянки, вже ж давно почався сезон. І, як на мене, це зараз дуже популярний такий вид відпочинку в Миколаєві, так? Ну, начну с того, что это такая новинка для Николаева, то есть почему-то все остальные годы этого у нас не было, и мы как бы много путешествуем по миру, по другим городам, видим, катаемся на каяках и приезжаем сюда и смотрим, ну, нету этого. Нам самим так, место на воде, место корабелев. Да, город на воде, много речек, яхт-клубы, набережные, парки рядом с водой, и почему бы и нет. Розкажіть, як це відбувається взагалі, що це, як управляти каяком? Ну, я, чесно, була раз, спробувала, але це було так, я трошечки відплила і назад на берег, тому що це було страшно, боялася, що можна перевернутися, хоча кажуть, що це набагато зручніше, ніж байдарка. У чому різниця між цими двома видами? Да, ну все почему-то думают, что каяк, байдарка это что-то спортивное такое, потому что, да, там гребля академическая какая-то, кажется, что неустойчивая. На самом деле наши каяки это специальные туристические прогулочные каяки, которые очень устойчивые, они специально предназначены для того, чтобы новичок мог прийти, образно взять весло, одеть жилет и сразу поплыть и получить максимум удовольствия. То есть сложного абсолютно ничего нет. Плюс наши инструктора и гиды проводят небольшие мастер-классы перед тем, как мы организовываем эти заплывы. Ну, то есть подготовка есть, да, так? Да, минимально и, хотя бы. Да, и на самом деле, то есть вот мы всегда держим обратную связь с нашими клиентами, кто с нами катается, и вот 100% довольных людей. То есть у всех все сразу получается, все довольны, и это круто. Так, у вас багато клиентов было, чи хтось перевертався у цих каяках? Чи взагалі можливо в них перевернутися? Значит, ну, нужно постараться, но сразу скажу, что да, было, значит, в основном это связано с одноместными каяками, которые более спортивную, как бы, форму имеют. И новичков мы на них практически не садим. То есть новички катаются на двухместных каяках, да, двухместные, трехместные, они, ну, очень устойчивые. Тобто, то повертатися разом із другом або із родичем, там, да? Буде цікавіше. От є взагалі різні типи каяків, так? У вас спортивні. Ні, у нас туристичні прогулочні. Туристичні прогулочні, які є ще і які найстрашніші такі, от, ну, для новичка, але найкращі для таких екстремалів, які вже досвідчені. Ну, у нас, как бы, в основном туристичні прогулочні, значить, це ті, які самі безпечні, самые устойчивые. Есть, естественно, спортивные, еще у нас их нету, скорее всего, они где-то в спортивных школах наших юношеских есть. И есть еще каяки для сплавов по порогам, они у нас тоже есть, но мы их тут не используем. То есть вот если там, например, где Мегея, рафтинг организовывают, то там можно на таких каяках сплавиться по этим порогам. Який час для каякинга наикращий у нас в Миколаеве? Самое лучшее время, ну, если касаемо поры года, то это начиная где-то с конца апреля, и я думаю, где-то до середины октября время будет. А по времени дня, то, конечно же, лучшее время это вот сейчас утром, когда еще не жарко, город в такой небольшой дымке с утра, еще только просыпается, либо вечером. Ну, на вечер, когда закат, у нас безумно красивые закаты над Бухом, я думаю, каждый николаевец это знает, но с воды, с борта каяка это наблюдается еще круче. Можно сделать миллион красивых фотографий, и люди идут, вот я уверен, идут только для того, чтобы сделать эти фотографии вот с видом на наш город с каяком. Тобто речи с собой не страшно брать, так? Не страшно. Таку прогулянку? Не страшно, у нас есть специальные гермомешки для телефонов, для вещей, то есть утопить телефон нереально, то есть нужно так специально его выкинуть. Я думаю, таких екстремалів немає, всі навпаки тримають ось так телефони, я б, чесно, так і робила, тому що це дійсно страшно, але пофотографувати дійсно хочеться. У нас є такі проблеми в місті та й в країні взагалі із дорогами, так? От подорожувати це інколи ускладнює. Чи є якісь такі проблеми, які стосуються і води? Можливо, щось, якісь у вашій... Ну, здесь касательно таких проблем нет. У нас, в принципе, наша речка сейчас не загромождена речным транспортом. Да, у нас есть какие-то прогулочные трамвайчики, катамараны, катерки, но нет пока что еще такого вот засилья на реке. И мы спокойно, с удовольствием катаемся, то есть проблем с безопасностью никаких нету. И, например, даже вот отсюда мы стартуем 4-5-дневные походы на этих каяках, там на Кимбургскую косу с несколькими ночевками, выходим в Лиман, проходим до Очакова, на Кимбургскую косу и возвращаемся назад. Ну, це ж, мабуть, так складно, тому що погода у нас буває різною, так, вона в один момент може посміхатися на сонечко, потім просто з'являються хмари. Як ви вправляєтеся? Ці походи вже для більш опитних, тобто для тих, хто вже 1, 2, 3, 4 рази покатався з нами тут, сходив, може бути, там, вокруг Миколаєва на каяке на цілий день, і потім вже інтересується чим-то більшим. Тобто, посмотреть нашу область вже як-то з другої сторони. Тобто спочатку все одно треба трохи потренуватися ось тут на месте, так? Трохи відплив и назад. Да, ну самую большую популярность у нас имеют вот эти двухчасовые вечерние прогулки, когда человек просто приходит, это 100% это новички, которые пришли, первый раз увидели, что это, как это, но уже как бы хотят получить какую-то дозу адреналина и удовольствия. А згадайте свій перший, можливо, так, похід на каяках, там, можливо, відпочинок, от як це було? Ну, мы сплавлялись, наверное, первый раз такой более-менее серьезный, это был по Ингулу, от Мариной рощи, там очень красивые у нас изгибы Ингула, там лилии, кувшинки, вот, и это было незабываемо, это было очень круто. Угу. Чи був такий екстремальний якийсь відпочинок на каяках? Чи все, не, мы сначала тоже очень боялись и никакого экстрима себе не добавляли. Просто аккуратно садились, там паковали вещи в гермомешки, там рюкзаки и сплавлялись очень аккуратно. Угу. Чому ви радили людям, які зараз, ну от вони бояться ще, так, не впевнені в тому, чи вийде в них освоїти такий вид транспорту, так, такий вид відпочинку, чому б радили все ж спробувати для себе і відкрити це? Ну, я думаю, що кожен чоловік должен бути відкрит для любых емоцій. И в этом нет ничего абсолютно страшного. Если вы боитесь, то наши инструктора настолько опытные и имеют такой большой, как бы, стаж работы в этом деле, что посадят на каяк и дадут весло любому, и каждый уже спустя там 10 минут будет покорять водные просторы нашего Миколаєва. Тобто ви запевняєте, всі можуть це підкорити, такий вид відпочинку. Тож, глядачі, не бійтеся, все можливо. Ну, дякую вам, що завітали. Юрій Долганов, гід і також організатор прогулянок на каяках, був сьогодні у нас в гостях.